Привет всем, здравствуйте, Оля из Тампарис Финляндии. Мы приехали в идеопарк в Лемпела посмотреть, какие магазины открыты и какие скидки сегодня предлагаются. Ну и, конечно, Итала Оутлет без такой красоты никуда. И у меня есть обзор, я показываю Итала и показываю цены. Народ, я очень советую, вы посмотрите, какие цены, большие скидки. 9 евро, 25 евро, 18 евро. Конечно, очень много всего красивого. И я показывала в призме такую кружечку. И эта кружечка здесь стоит 24,90. Ну, конечно, мумия везде стоит по-разному, но большие скидки. Большой магазин Esprit. Манекены тоже одеты уже по-зимнему. Красота. Хемтекс тоже есть во многих городах. Ну и, конечно, он есть в Швеции, он есть в Дании, он есть везде и всюду. Люди обожают прийти купить покрывало, подушки, постельное белье. Уже на все скидки 30%. Ну и красоты неописуемые. И, конечно, если в такой-то магазин заходишь, ты не можешь уйти, ничего не купив. Ой, да, здоровско. Но в Финляндии, конечно, спортивные магазины везде и всюду. И можете выбирать, какую дорожку вы выбираете, и пробегать, конечно, тоже большущие скидки. Але-але-але, реклама идет везде и всюду. Вы посмотрите, народ, что творится. Варасто Мюнти, Итала Арабия с 1873 года, Фискарс, то есть продают все везде и всюду. И цена, конечно, просто умереть не встать. Сейчас пойду посмотрю, что там такого шикарного, дешевого можно купить. Конечно, очень много всего. И вот посмотрите, мумия кружечка со старым рисунком. 10 евро всего. Но какая красота. Конечно, если вот такой для новогоднего подарка кому-то надо, очень все бюджетно продают. 15 евро. Ой, Марискови. Я обожаю вот этот Марискови. Хочу посмотреть, сколько стоит. 12 евро. Ну, цвет белый. Видите, цвет белый никто не хочет. Все хотят нового цвета. Серый, красный, синий. Ну, если, конечно, вы в такой магазин мужчину заманите, его можно одеть сверху вниз. Начинают боксеры. 3 штуки, 9,95, рубашки и так далее. Магазин называется Dressman. Конечно, очень много всего. Ну и манекены одеты, конечно, уже по-зимнему. И народ, если у вас мужчина плюс сайз, вот такой Dressman XL есть. И в этом Dressman продается до 9XL размеры. Ромода, все минус 50%. Ну и здесь такие же скидки. Ну, наш любимый Гант, мой муж мимо пройти не смог. Он переехал вот сюда. Ну и в Ганде скидок я что-то не вижу. Ну, Гант покупают всегда, везде и всюду. Гант и в Африке тоже Гант. И Капахал праздничный отдел тоже минус 25% на все. Ну и, конечно, Маримекко здесь сразу у входа. И если покупаете на 100 евро, вот такая сумка будет в подарок. Идея парк. Финляндия ровно 2. Вот, пожалуйста, работает с понедельника до пятницы с 10 до 20, субботу с 10 до 7, 19 часов, и воскресенье с 11 до 18. Но мимо такой красоты пройти не могла. Видите, конечно, много уцененного, много со скидками. Есть такс-фри. Все висит. Пожалуйста, заходите. И видите, скидки тоже на все есть. 119 евро, 180 евро. Да, конечно, здорово. Но
Ну и, конечно, Ратия, Маримеко, Пукемо, это финский дизайн, это все знают. Ну и даже не понимаю по-фински, не умею прочитать, когда смотришь на эти модели, конечно, все это понятно. Ну и здорово, что, видите, примерочная открыта, все работает. Много-много всего красивого. Suomalainen pukutehdas Outlet NP, финский дизайн. Ну, видите, конечно, много теперь магазинов, только продающие Outlet, 50 евро, 30 евро. Ну, и он, конечно, славится для одежды для больших размеров. Ну, видите, тоже Outlet. Ну, и, конечно, такие магазины пустые. Сувениры никто не покупает. Ну, вот так покажу. Конечно, много красоты, но туристов нет. И, конечно, магазины пустуют. Вот, и посмотрите, действительно, с Финляндии. Девочки, которые говорят: «Олен, зачем вы такое показываете? У нас все хорошо». И они показывают свои места, где они живут. Ну, и я, конечно, в идеопарке, когда хожу, я смотрю на количество закрытых кафетерий и ресторанов. Да, конечно, только мы можем ждать, когда это все устаканится. И опять туристы поедут и, конечно, шопятся, приедут в Тампере, а не только в Хельсинки и в Лаперанту. Много красивых магазинов, конечно, в идеопарке есть. И много, когда проходишь, смотришь на пустоту этих магазинов. Вот тоже там девочка одна перевешивает, перекладывает все это с места на место. Но вы посмотрите, ни одного клиента нету в этом магазине. Ну и, конечно, витрины оформлены. Зима. Все очень красиво, стильно. Ну и много закрытого. И если по магазину ходите, конечно, народа в масках мы видим много. Ну и объявляют постоянно: 1,5 метра, пожалуйста, держите расстояние и так далее. Ну и все витрины, конечно, уже одеты зима-зима, ничего кроме зимы. Но посмотрим, какая зима будет в этом году. Ну и Финелла, это финский дизайн. И когда смотрю на манекены, конечно, видно, что размеры тоже есть. Ну и магазин Синели, если вы делаете сами открытки, украшения и так далее. Конечно, очень много всего красивого. Посмотрите, народ, весь обувной магазин продается минус 60%. Только придите, купите. Ну вот одна девушка меряет. И смотрите, какие скидки. Но что-то я не смотрю, чтобы очередь у кассы стояла. Да, что-то как-то скучновато сегодня. Ну и, конечно, финская фирма Reima, ее все знают. Она носима, хоть стоит недешево, но если вы такой комбинезон ребенку покупаете, конечно, он будет носим. И это Reima Outlet. Конечно, большие детские магазины, и все магазины рекламируют скидки. Помните, народ, что крепкие напитки продаются только в алкогольном магазине. Ну и я делала обзор этого магазина. Конечно, все это продается, красоты неописуемой. Ну и, конечно, люди приезжают в такой магазин пошопиться, походить, посмотреть, что продают. Ну и так как на улице очень холодно, конечно, такой магазин, это все понятно. В тепле, в красоте можно проходить весь день. Ничего не покупаю. Видите, ребенок уже бедный, тоже притомился. Ну и девочки показывали кассы, где закрываются магазины во Франции и так далее. Люди скупают все и вся. Нет, у нас ажиотажа нету. Все очень спокойно, народ тусуется. Ну, новости каждый день разные. Все это мы смотрим по телевизору, что где что показывают. Но пока в Финляндии все спокойно. И видите, как говорится, народ идет мелким шагом. И масок 50% в масках, ну и 50%, конечно, без масок.
И когда я хожу по магазину и снимаю, конечно, многие спрашивают: «Оля, ну расскажи секрет, как можно тусоваться целый день по магазину и ничего не купить?» Народ, вы не поверите, сегодня я сделала покупки, я купила ножницы. Ну и вот показывала я эту площадь Outlet, где продавалась Итала, и вот такие ножницы Фискарс, не могла не устоять, всего 3 еврика они стоили, и в магазине они стоят больше 10. Ну и, конечно, таких ножниц у нас много пар. И хороший пример: старые ножницы, вот этим ножницам 30 лет, а вот этим ножницам 27 лет. И эти ножницы были по-фински называется айтиушпакауш. Когда рождаются дети в Финляндии, дается такая коробка, и вот в этой коробке были эти ножницы. Они как новые, мы, конечно, им пользуемся, но если за 3 евро можно купить новые ножницы, конечно, я не устояла. Да, конечно, очень редко теперь что-то покупаем. Когда проживаешь жизнь и товар уже есть определенный, как говорится, склад, что, чем вы пользуетесь. Шкафы забивать не стоит, лучше купить одну вещь, но которую действительно вам надо, а не так, что ну купил, что очень дешево, а потом думаешь, зачем ты это все купил. И, конечно, когда я была летом в Лемпала и показывала карту этого большого магазина, многие магазины ушли и, может быть, уже не вернутся или переехали в другое место, но все равно этот идея-парк существует. И когда вы наберете по интернету, конечно, вы можете увидеть, какие магазины там есть и каких магазин нету. Ну и Лемпала рекламируется как отдых. Место очень красиво написано, пожалуйста, приезжайте, и спа, и все это присутствует. И я ставлю в инфобокс старый видосик, который можно зайти будет и посмотреть, и сравнить, какие магазины я показывала летом. Подписывайтесь, не хворайте, с вами была Оля из Тампере. Всем физкульт, привет!